Работа, которая вдохновляет. Виктор Бреннер был признан одним из лучших мастеров комбината по итогам профсоревнований. На одном месте энергоучастки дробильно-обжигового цеха горно-обогатительного производства ММК он трудится уже 2 десятилетия. Вместе с коллегами обеспечивает ДОЦ необходимыми энергетическими ресурсами. Подробнее о задачах, которые стоят перед мастером, и о том, почему ошибаться при их решении нельзя, расскажем в нашем сюжете. Для мастера Виктора Бреннера его работа – настоящий источник энергии. В прямом и в переносном смысле. На энергоучастке дробильно-обжигового цеха он трудится с 2000 года, а вообще пришел на производство в 1997. Сначала работал на ПВС электромонтером, после чего специалисту предложили перевестись на известково-доломитовое производство. Через 3 года назначили на должность мастера участка. В этом качестве он трудится уже 20 лет. Работать мастером сложнее, но интереснее, когда ставится перед тобой задачи, какие нужно решить на смену, и после этого, ну, когда все получается, то, соответственно, и чувствуешь удовлетворение. Ошибаться нельзя, потому как оборудование, во-первых, работаем постоянно, непрерывное производство. Остановка оборудования недопустима. Его рабочая смена включает в себя целый ряд обязательных составляющих. Выдача инструктажей специалистам, обход рабочих мест, проверка состояния оборудования – это основные задачи. Осуществляет Виктор Иванович и контроль за безопасным производством работ. Под его началом трудятся 13 специалистов. Это представители различных профессий, различных возрастов и уровня квалификации. Каждому мастер находит подход. Коллектив у нас замечательный, как я вот всегда радуюсь, что повезло мне найти такую работу, что пришел коллектив очень дружный, и работники у меня в бригаде всегда так же чувствуют, как и я, ответственность за свою работу. Профессионалы своего дела. Наш мастер 4-й бригады Бреннер Виктор Иванович. Замечательный человек. Под началом Виктора Ивановича я работаю уже около 6 лет. Он является хорошим наставником, очень требовательным мастером, к которому всегда можно обратиться в любой момент. Энергоучасток – один из 3 основных участков дробильно-обжигового цеха горно-обогатительного производства ММК. В его состав входит компрессорная, 3 насосных станции, одна из которых располагается на берегу реки Урал, 2 котельных. Участок обеспечивает теплофикационной водой все производственные здания цеха. Производит сжатый воздух, техническую и оборотную воду, пар. Также несет ответственность за распределение по участку природного газа и питьевой воды. Виктор Бреннер здесь словно дирижер, виртуозно управляет серьезным технологическим процессом. Это отделение химводоочистки участка, где происходит очистка уральской воды от примесей. И дальше вода поступает на подогрев и распределение по другим агрегатам. Расход химводоочистки порядка ежечасно 30-40 тонн. Лучшим по профессии мастер Виктор Бреннер был признан впервые. До этого становился победителем научно-технических конференций. На вопрос, на чем основывается высокая результативность труда его и коллег, мастер шутит. Его участок не только обеспечивает необходимыми ресурсами цех, но и наполняет энергией людей, которые здесь работают. И процесс этот, равно как и производственный, непрерывный. Евгения Салахутдинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.